Моя мама, я очень вот перед тем, как она ушла из жизни, она все время добивалась каких-то прав. Я вот имею право на это. Я говорю, мам, ну неправильно это. Вот у тебя сын, я тебе готов помогать. А по-видимому, вот эта обида, что право на компенсацию я должна по полной использовать. Я говорю, ну вот посмотри, я тебе дам машину, ты приедешь на роскошной машине в Собес и будешь требовать там каких-то... Ну зачем? Тем более у нас с тобой одна фамилия. Меня в городе знают. Бесполезно, трудно было убедить. Ну, я родился в Киргизии, в Южной Киргизии. По тем временам это была Джалаладская область, город Малису, тогда он назывался. Это город, который образован на базе крупного горнообогатительного комбината, который занимался добычей урановой руды, добычей и обогащением урановой руды. Город был закрытый. Я родился и жил практически, ну, можно сказать, в полуземлянке. И так жили практически все. Вдоль русла горной речки люди сами себе выкапывали, ну, из самана, там, из камня строили. Ну, в общем, вдоль русла речки. Я, насколько помню, у нас была площадка такая, отец, ну, типа террасы какой-то сделал. И на этой террасе с глиняным полом, с глиняной площадкой такой, стоял казан большой, в котором постоянно кипятили воду. Мой брат Виес, который сейчас в Крыму в Евпатории живет, Виес. Я с 50-го года, он с 51-го года. А вот когда мы уже из барака переехали в финский дом, вот... Меня здесь нету на этой фотографии. Вот мой брат. Вот второй брат, вот этот. Вот он. Это где-то 62-63 год. Ну и это, наверное, этот же период. Ну вот представляете, я ребенок, который родился практически на спецпоселении, или как это назвать, ну, за шлагбаумом, да, в закрытом городе, из которого выехать нельзя. Но я считал, что все так живут. Мама брала младшего на руки. И мы раз в неделю или раз в 10 дней, ну, я маме говорю, ты мне объясни, вот в моей памяти почему-то ты нас все время водила. И мы плакали, шли, далеко шли. Она говорит, а как ты это помнишь? Я говорю, ну вот помню почему-то, по дороге шли, мимо самосвалы, груженные тоже породой или рудой, обгоняли в пыли. Она говорит, что мы шли на Сербию, это было, может, 3, может, 4 километра. Отмечаться спецкомендатуру. Потом ее принесли поближе. Ну, наверное, до 56-го года мы отмечались там. Моя мама была швеей-мотористкой, зарабатывала 70 рублей в месяц. Потом гладильщицей, чтобы на 10 рублей больше, пошла гладильщицей на швейной фабрике. Мама очень сильно все время болела. Вполне возможно, это те трудности, которые в молодые годы она пережила. Но достаточно сказать, она работала на текстильной фабрике, когда их отправляли на уборку хлопка. И она, чтобы почему-то все время стремилась быть лучше других, вырабатывала, перекрывала норму по сбору хлопка. Но я сам знаю, нас тоже отправляли на уборку хлопка. Мы каждый год с 7 класса ездили больше, чем на месяц на уборку хлопка. Нас вывозили просто. Хотя говорит, что детский труд, но тем не менее мы убирали хлопок. Так вот, в моем представлении... Чистый сбор – это когда не после комбайна. Чистый сбор я максимум убирал, собирал 2-4 килограмма хлопка. Я был одним из лучших в школе по сбору хлопка. Моя мама собирала 120 килограмм. В одном из колхозов, в котором мы убирали хлопок, был памятник, где Ленин сидел со Сталиным. И вдруг, через какое-то время, ну, может, это вот мое детское восприятие, 7 класс там, или 8 класс, может быть, со временем это все. Вдруг сидит один это, Ленин, а Сталина нет. Ну вот мой дядя, когда мы хоронили моего папу, он умер в 87-м году, он сказал, что вот наша семья выжила благодаря твоему отцу. Почему? Потому что он работал на уранорудник, и там давали усиленные пайки. И он эти пайки нес в семью, чтобы подкармливать. А вот фотография моего отца на руднике, по-видимому, в столовой или перед тем, как пойти в раздевалку.
А вот после работы он постоянно что-то строил. Вот он летнюю кухню там пристраивал. Мама все время ставила перед ним задачи. А он с удовольствием вот с такой улыбкой все делал. Хорошо помню какой-то 60 какой-то год, когда мы стояли в очереди за хлебом по очереди. И моему папе положено было булку белого хлеба, что ли. А вообще серый только хлеб, черный хлеб. И за ним надо было сутками стоять по очереди. И дети стояли в очередях. Это вот с доски почета фотография моего папы. Ислямов Юсуф, Крепильщик было написано. Мы узнали про историю народа, про историю выселения уже, наверное, когда стали взрослыми. Я был на Новодевичьем кладбище, я видел могилу Ахметхана Султана, это дважды Герой Советского Союза, крымский татарин. Единственный, кого не выселили из Крыма. Потом, когда говорят, что кто-то мог остаться, то я не знаю, кто мог. Только вот Ахметхан Султан, что он дважды Герой Советского Союза. У моего дяди, я понял, и у моего деда тоже, первая жена была крымская татарка, вторая русская. Так вот, дети, которые от русской жены, я не знаю, там они должны были отказаться или что, но тем не менее, они оставались, и дети, которые родились от русской жены, остались, а от первого брака все были выселены. Это мой дед. Он жил в Челябинске, это у него была супруга вторая, русская, а это его младшая дочь, младшая сестра моего отца. Мой папа был из большой семьи, значит, которая была выселена вместе со всеми в 44-м году, в мае 44-го года. Причем это выселение папа не сильно рассказывал, я больше знаю, как выселяли маму. Во дворе стоял типа, ну, хоздвор военной части. И вместе с моей мамой, значит, всегда там была женщина какая-то военная. Но они были почти подругами. И вдруг она одну ночь говорит, просыпаюсь, ее нет. Вышла во двор рано утром. Вся деревня окружена солдатами. Но те, кто знали о том, что выселяют, но тем взяли с собой, ну, продукты, какие-то вещи. А по линии родителей они все оставили, вплоть до того, что, ну, какие-то деньги, какие-то там были ценности, все оставили. Погрузили в эшелон и отправили. Какие сборы? Взять с собой вещи и продукты на один день. Отправили в голодную степь в Казахстан. Выжили все, ну, я насколько понимаю, по крайней мере, в том эшелоне, в котором моя мама ехала. Погибли все старики по пути. Ну, ехали, наверное, с месяц, может быть, ну, по крайней мере, больше двух недель. А это был май месяц. А знаете, что такое на юге? Жара и в товарнике набитом. Мама говорила о том, что вот если бы предупредили, то, ну, хотя бы сказали, но меньше народа погибло бы. А у мамы и отец, вернее, мама умерла по дороге, там, ну, заболела чем-то и буквально сразу умерла. А папа ее, ну, по-моему, какое-то несчастье было, он погиб. И они остались сиротами. Маме было 15 или 16 лет, а ее сестре было 10 лет. Вот они одни остались. Ну и всего они не рассказывают, но я, насколько знаю, мама работала на текстильной фабрике, а сестра с ней жила, но она почти неофициально, она не отдавала ее в детский дом, жила в общежитии с моей мамой. Молодые мои, вот папа, вот моя мама, это их, наша родственница. А 1956 год все-таки вышло постановление о реабилитации репрессированных народов. Ну, это было для крымских татар, это была такая формальность, которая реально, ну, только что можно было свободно, ну, подъезжать к шлагбауму и не проверяли документы, вот ехать в Андижан. А вернуться на родину это невозможно было. Но у нас говорили, что в защиту там права на возвращение на родину, люди на Красной площади себя сжигали. К этому родители говорили, вот надо же люди собой жертвовать за то, чтобы наш народ вернулся на свою родину.
Вот главный документ, который у меня есть, это справка о признании пострадавшим от политических репрессий. Казалось бы, в 1956 году можно переехать. Переехать было невозможно туда, и тем более мы росли. Финансовое положение семьи было очень сложным. Но там какой-то земельный участок выделили, но возможности никакой не было. Там столько документов было оформлять. Мама сама не могла, и нам тогда надо было все бросать и ехать туда. Но это была сплошная борьба с бюрократией. Ну и вообще говоря, был период, когда, ну, наверное, это уже позже было, такое ощущение, что вот два народа, которые наибольше пострадали, вот чеченцев тоже выселяли, но они вот после 1956 года вернулись на родину и все. Ну, по крайней мере, в течение нескольких лет. А крымские татары так и не могли вернуться. Это вот турки-месхетинцы и крымские татары. Национальность, которая дольше всех, что ли, это, ну, страдала от тех репрессий, которые... Они были неформальными. Нельзя было на родину съездить. Просто невозможно было приехать. Там нельзя было поселиться в гостиницу. Я, по крайней мере, ни разу не был в Крыму. Почему? Потому что в том числе по этой причине. И вот первый раз я был в Крыму только когда выполнял завещание своей мамы похоронить ее на родине. Первый раз был в Крыму. Но когда появилась возможность ездить в Крым, то она ездила, искала то место, где стоял их дом. Ну и брат, который ездил с ней, младший наш самый брат, он рассказывает, что она села на месте. Я не буду рассказывать.